Агрохимикатами не пользуются, только растамаживают и складируют. Это предприятие, расположенное в южном промузле Рязани, работает с крупнейшими мировыми производителями пестицидов и агрохимикатов. Из Рязанской области их развозят по центральной России. Не нарушены ли правила складирования, и выяснит надзорное ведомство. Прокуратура с привлечением сотрудников органов контроля будет дана правовая оценка законности нахождения в данных помещениях, складах. Будет дана правовая оценка вообще соответствия складов установленным требованиям нормативам с предназначением для хранения отходов пестицидов и агрохимикатов. Сейчас на предприятии тихо. Основной поток клиентов приходится на период с февраля по июнь, когда начинается посевная и идет подкормка озимых. Однако склады все равно заполнены, хранятся некоторые химикаты, могут до 3 лет. Приедут представители природоохранной прокуратуры и на другие предприятия, обращающиеся с химикатами. Предметом проверки будет являться соблюдение условий хранения пестицидов и агрохимикатов, законности применения данных пестицидов на территории Российской Федерации, соблюдение всех установленных требований и правил при разгрузке, погрузке, трансграничном перемещении пестицидов и агрохимикатов. Итоги проверки будут известны через неделю. Предприятиям, которые нарушают природоохранное законодательство, придется заплатить штрафы. Денис Лева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».